Подпишись на мой новый телеграм-канал, там важная информация выходит быстрее, чем на ютубе. Обновления, новости и аналитика каждый день. Ссылка в описании. Несколько влиятельных людей в Твиттере заявили о том, что Crypto.com находится в затруднительном финансовом положении. Что вы можете им ответить? What do you have to say to them? What's a... Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Если ты думаешь, что каждая криптобиржа не рискует временно приостановить вывод средств или навсегда сделать так, что ты не сможешь получить доступ к своим криптовалютам, то ты глубоко ошибаешься. Давай начнем с этой интересной таблицы. Это данные криптоаналитической платформы Nonsense. Здесь мы видим финансовые потоки денег на бирже и с бирж за последние 24 часа. Как мы видим, основные биржи наблюдают в целом лишь отток денег. Лидером вывода денег стала биржа Gemini. Пользователи вывели с нее 485 миллионов долларов за последние сутки. Binance же наблюдал почти 1,2 миллиарда притока денег и почти 1,6 миллиарда оттока. Итого он потерял 423,5 миллиона долларов в сутки. Именно столько денег вывели пользователи Binance куда-нибудь на свои холодные или горячие кошельки. На этом фоне растет спрос на Ledger. Доходы от продажи за неделю взлетели на 300%, а количество кошельков биткоина с балансом более одной монеты рекордно растут. FTX напугал криптосообщество так, что люди полностью переосмысливают хранение криптовалюты, выбирая холодные или горячие кошельки вместо централизованных бирж. Это может привести к тому, что 2023 год станет годом взлета токенов и монет, у которых есть собственные кошельки для хранения. Что думаешь, напиши в комментариях. Ну а теперь мы переходим к основному контенту. Ну а прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы набирали более 4000 лайков, и это очень круто. Давай и на этом наберем около 4000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, я хочу показать тебе вот этот график. Здесь мы видим, что на crypto.com в любой момент может разгореться банковская паника. Почти 90 тысяч уникальных транзакций были обработаны за последние несколько часов, что свидетельствует о том, что пользователи пытаются вывести свои деньги с биржи. В эти выходные возникли сомнения в легитимности резервов Crypto.com после того, как стало известно, что эта биржа якобы случайно отправила 320 тысяч монет эфириума или около 400 миллионов долларов на биржу Gate.io, что заставило многих критиков обвинить Crypto.com и Gate.io в совместном использовании денег, чтобы опубликовать более убедительные доказательства пруфа резервов своим пользователям. Генеральный директор попытался заявить, что перевод был ошибкой, объяснив, что деньги были случайно отправлены на счет другой биржи вместо их собственного холодного кошелька от crypto.com. Люди уже жалуются, что вывод денег занимает от 24 часов до нескольких суток. Так, к примеру, англоязычный криптоблогер Мартини Гай в Твиттере написал: «Вывод двух биткоинов с Crypto.com в течение 24 часов обрабатывается. Это ненормально, и это навевает подозрение, что у них проблемы с деньгами». Обновление. Деньги все еще не поступили. Деньги все еще ожидаются. Люди говорят, что мелкие транзакции работают как обычно, но вот с крупными транзакциями множество проблем. У нас есть множество вопросов без ответов, но на днях генеральный директор биржи решил дать большое интервью и ответить сразу на все главные вопросы. Давай разберем самые важные из них прямо сейчас. Правда ли это, что вы перестали давать возможность людям выводить свои деньги? Это неправда, мы работаем в обычном режиме. Опять же, мы имеем повышенный уровень активности, что означает более высокие объемы торговли, более высокий доход для нас, а также более высокое количество депозитов и снятия денег. Мы работаем в обычном режиме, но с более высоким уровнем активности. Да, в тикетах обслуживания клиентов есть некоторое отставание, но мы работаем супер усердно над тем, чтобы убедиться, что люди получают ответы от службы поддержки клиентов вовремя. Снятие денег – это основной фактор, поэтому снятие работает и всегда будет работать. Каждый раз, когда вы видите кого-то в Твиттере, кто говорит, что что-то не работает, пожалуйста, проверьте, потому что все работает. Зайдите на status.crypto.com, и вы сможете
ссылке увидеть статус всех резервов в реальном времени. Так что я рекомендую вам, ребята, взглянуть на него на этой неделе, потому что есть только три монеты, где мы остановили вывод средств. Это Gala и две монеты под названием SRM и Array, которые очень тесно связаны с FTX. Мы лишь хотим защитить наших пользователей и постепенно удалять такого типа активы с нашей платформы полностью. Пожалуйста, объясните ваш процесс подтверждения отправки средств по правильным адресам. Как так получилось, что вы случайно отправили 400 миллионов долларов не туда, на адрес биржи Gate.io? Это отличный вопрос, поэтому первое, что я хочу пояснить, это то, что каждый адрес, на который наши системы позволяют отправлять деньги, уже внесен в белый список, то есть предварительно одобрен. И нет никакого способа, чтобы деньги могли быть отправлены на адрес, который мы не можем контролировать, и получить деньги обратно. Были спекуляции, что мы должны были пойти и попросить биржу Gate.io, чтобы вернуть деньги. Но нет, мы могли просто снять эти деньги и отправить их обратно, потому что это был наш корпоративный счет с ними. На самом деле эта сумма была настолько большой, что это было выше их ежедневных лимитов. Поэтому единственное, что мы попросили, это увеличить наше ежедневное снятие. Так что люди должны понимать, что ни в коем случае деньги не подвергались риску быть отправленными куда-то, откуда мы не смогли бы получить их обратно. Несколько влиятельных людей в Твиттере заявили о том, что Crypto.com находится в затруднительном финансовом положении. Что вы можете им ответить? What do you have to say to them? What's a... Это не первый раз, когда люди говорят что-то о Crypto.com. Я говорил это в течение нескольких лет, и я могу сказать, что мы будем делать то, что мы всегда делали. Мы докажем, что люди ошибаются нашими делами, а не нашими словами. Так что через пару месяцев все эти парни будут выглядеть очень плохо из-за того, что они бросаются обвинениями, которые не имеют абсолютно никакого смысла. Как компания, у нас есть не только резервное покрытие один к одному, у нас также есть чрезвычайно сильный баланс активов. Так что мы будем продолжать работать как обычно и докажем, что люди ошибаются. Я с нетерпением жду этого больше, чем чего-либо другого. Генеральный директор и основатель Crypto.com только что выпустил адрес холодного хранилища, или же Proof резервов в полном объеме. Оказалось, что они держат больше шибаину, чем эфириума. Основываясь на том, что не показали, 20% они держат в шибе. Интересно, почему? Он ответил и на этот вопрос. В пятницу вы опубликовали адреса ваших холодных кошельков, и многие люди говорят о 20% резерва, который находится в шибаину. Можете ли вы объяснить, почему так произошло? Мы храним все, что покупают наши клиенты. И так получилось, что в прошлом году Доги и Шиба стали двумя чрезвычайно горячими монетами-мемами. Люди купили их очень много, так еще продолжают их холдить и не продавать. До тех пор, пока наши пользователи будут их холдить, мы и будем держать их у себя. У нас нет контроля над тем, что вы, ребята, покупаете. Если вы покупаете, то мы начинаем держать ваши покупки в безопасности для вас. Я хочу, чтобы вы понимали, это не наши средства, а деньги наших клиентов. Несмотря на то, что Крис говорит людям, чтобы не паниковали, это не останавливает некоторых из крупнейших людей в крипто-твиттере предупреждать людей насчет crypto.com. Например, CoffeeZilla, криптоаналитик и блогер с миллионной аудиторией, пишет: «Старая компания Crypto.com была известна из-за внезапного закрытия без предварительного предупреждения. Мой вам совет – выведите деньги, пока вы еще можете это сделать». Когда Crypto.com разорится, люди будут спрашивать, а как никто этого не предвидел, учитывая историю их SEO с мошенническими бизнесами Google and Saga. Но дело в том, что мы предупреждаем вас сейчас. Не закончите так же плохо, как клиенты and Saga. Люди также задаются вопросом, а чем отличаются криптовалютные биржи Crypto.com и FTX, которая недавно развалилась. Что ж, генеральный директор ответил и на этот вопрос. По сути, есть две бизнес-модели в криптовалютном пространстве. Одна из них – брокерская, где наша платформа, например, является контрагентом по сделке. И каждый раз, когда наши пользователи покупают или продают криптовалюту, мы немедленно передаем их позицию, чтобы иметь нулевые рыночные риски. И да, мы берем плату за предоставление доступа к этой платформе. Это 95% нашего бизнеса и Coinbase. Другая модель – это когда биржа берет комиссии за торговлю на бирже. Так что это две бизнес-модели. И мы фокусируемся на розничной части бизнеса. Наша биржа быстро растет, у нас много отличных функций и даже более низкие комиссии. Она хорошо растет, но это все еще небольшая часть нашего бизнеса. Розничный доступ 70 миллионам человек. К
Каковы основные источники дохода и прибыли у Crypto.com? Это комиссия, которую платят наши пользователи, когда мы предоставляем им доступ к фиату или торговле криптовалютами. У нас есть также несколько небольших источников дохода. Например, решение для криптокомпаний, где торговцы принимают криптовалюту в качестве формы оплаты за свои товары. И, конечно же, мы взимаем комиссию за предоставление услуги и последующую конвертацию в фиат для них. Но в основном это просто глобальный доступ к розничной торговле. Итак, ребята, нужно ли выводить деньги с Crypto.com, если они у вас там есть? У Crypto.com есть два решения хранения вашей криптовалюты. Первый – это централизованный кастодиальный сервис. Если что-то пойдет не так с Crypto.com, то, скорее всего, ты потеряешь свои деньги, если их хранишь на этом сервисе. Также у них есть децентрализованный кошелек, где риски потерять деньги меньше. Я не думаю, что с Crypto.com что-то не так. Но если вы не усвоили важность самохранения криптовалюты к настоящему времени, то, возможно, для вас уже нет никакой надежды. Ни для вас, ни для ваших ключей, ни для вашей криптовалюты. Конечно, генеральный директор говорит, что все в порядке, но разве это не то, что в большинстве случаев становится тревожным звонком? Если биржа дошла до ситуации, когда ее гендиректор оправдывается, это уже не очень-то хорошо, не так ли? Тем более, что совсем недавно мы слышали, как гендиректор биржи FTX говорил, что у них тоже все хорошо. Ну а меня зовут Богатейший Ди, и помни, не твои ключи, не твоя криптовалюта. Старайся не хранить свои деньги на биржах, тем более сейчас. Если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в новых видео. До скорого.